Девочки, здравствуйте! Как вы уже поняли, сегодня будет обзор китайских пластин Beauty Big Bang с сайта AliExpress. Посмотрите, какие они красивые! Мне что нравится, что каждая пластина имеет свою дизайн-упаковку, как у Moira. Это очень здорово. То есть они именно не по серии, а именно по каждой, для каждой пластины не ленятся разработать свой дизайн упаковки. Это круто. Номер 068. Бабочки. Посмотрите, какая сеточка. В общем, это у нас полностью бабочки. Хотите, вот берите орнаменты с розами. Да, можно ветку посадить, потом другого цвета бабочку. Ну, тут можно играться с этой пластиной. И дизайн соответствующий, да. Даже рука не поднимается выкинуть эти упаковки. Боже мой, номер 43. Это что-то с чем-то. Посмотрите, во-первых, хорошая длина рисунка. То есть для нарощенных ногтей идеально. Посмотрите, какая вот эта красивая. Ну просто супер. Ох, как же я люблю эти пластины. Девочки, напишите, как вам фирма Beauty Big Bang. О, это вообще номер 75. Вот такие вензеля для любителей вензелей. То есть вы делаете парочку ноготочков, заливаете весь фон и, допустим, один, ну, то есть все ногти, например, и на одном можно посадить отдельно, да, вот такой вот орнамент. Или наоборот, на все сделать орнамент и на один, например, безымянный сделать, фоном залить. Вот этот вот очень хорошо, вот этот средний очень классно со всеми играет. Даже под гжель немножко мне напоминает вот эти вот рисуночки. Надо, кстати, у меня одна подписчица просила сделать маникюр под гжель. Может быть, я сделаю. Вот это под гжель немножко. Вот эти два неплохо. А может быть, я, кстати, сделаю это видео по запросу. Не могла пластину подобрать, а вот это я вижу, что очень даже подходит. И номер 57. Боже, это вообще то, что я люблю. Вот эти три, смотрите, раскрывают, да, здесь ноготочек, это я очень сильно люблю. Вот на такие можно украшать серединки стразами. Вот этот, вот этот, вот этот. А так как я просто, вы знаете мою любовь к стразам, я люблю их много. Я люблю, когда вот такие серединки классно смотрятся. Вот это вот, конечно. Ну, в общем, сегодня будет, по-моему, длинный обзор. Готовьтесь. Ну что, девочки, я все приготовила. Начинаем с пластины номер 57. Здесь, ну, просто все рисунки красивые. Ну, просто все. Но вот этот вот мне прям бросился в глаза. Прям, знаете, такая любовь с первого взгляда. Вот это. Вот знаете, вот когда вот такой рисунок, ну ничего не надо. Все ногти делать одним рисунком. В серединку шестигранничек или серебристую точечку шиммерным лаком или стразик. И все. И это будет красота. Да, посмотрите. С таким немножко 3D эффектом. Угу. Красивый. Номер 57. Не, ну Beauty Big Bang, они, конечно, девчонки, они просто молодцы. А давайте вот этот вот, у меня здесь есть такая типса, ну, всяких обзоров, блестящая. Я вот могу какой-нибудь вот, ну, такой рисуночек вот сюда перенести. Посмотрим, как будет смотреться. Мы не торопимся сегодня, потому что пластины очень хорошие. Я хочу попробовать все рисуночки максимально, да, сделать. Вау! Смотрите, какой же он красивый. Подложечка такая сверкающая. Обалдеть. Красота, красота.
Так. Давайте дальше. Это тоже Beauty Big Bang красненький. Пластины очень глубокая гравировка. Лаки у них у Beauty Big Bang тоже очень хорошие. Они дают примериться. Они быстро не сохнут. И вот эти пластины, они в принципе со всеми лаками работают. У них гравировка, как у Мою Лондон. Просто вот один в один. Качество отличное. Только стоит дешевле, чем Мою Лондон. И Мою Лондон коротковатые рисунки. Если пластины не XL, очень... Мне иногда нравится у них, но очень для меня коротковатые рисунки. К сожалению. А это более универсально, конечно. Так, давайте дальше. Пластиночка меня радует. Так, это мы сделали на Типсу. Ну, вы поняли, девочки, тут как бы купила вот такую пластину, и 2 года можно ничего не покупать. На все вообще, как говорится, случаи жизни. Такая красивая, что можно и открыть вот этой, например, улыбочку, да? Открыть вот этой вот улыбочку, и будет вам счастье. Вот смотрите. Это лак Muffin... Так, Mi Fang Xi, но они уже не продаются, к сожалению. Если кто увидел, увидит, мне присылайте сразу ссылку. Ладно, девочки, я не нашла Mi Fang Xi лак. У него неплохая пигментация, но почему-то они его решили больше не продавать. Вот вы вот так делаете, чуть ниже ноготочкой, будет у вас а-ля френч издалека смотреться. На белом лаке любым цветом цветным делаете, да даже бежевым. И будет у вас издалека прям френч выделяться. Прикольно смотрится. Я когда вот это в День Святого Валентина ходила, там у меня же открыто, вот эти сердца открывали френч. И мне все, какой у вас интересный, типа, какие у вас интересные ногти. То есть, ну, всем народу всегда нравятся френчи. Это просто какая-то магия. Я не знаю почему, но вот эти открытые улыбочки, да, на ноготке магически действуют на людей. Так, сейчас сделаю цветным, потом золото-серебро, потому что, ой, высох он у меня совсем. Совсем. Там просто на дне уже осталось, я люблю очень этот оттенок. Сейчас сделаем золото и серебро, потому что вот такие вот а-ля индийские мотивы очень классно смотрятся в золоте и серебре. Да, пластиночка, конечно. Дорого-богато, да? Берем. Ну, раз у нас Beauty Big Bang, то не буду я брать Born Pretty золото, а возьму Beauty Big Bang. Раз пластиночка родная, да? Так, что мы тут не делали еще, чтобы нам не повторяться? Сейчас сделаем золото-серебро. Такие рисунки очень хорошо смотрятся. Опачки. Ну, нет слов, одни эмоции. Красота. Здесь даже не надо ничего мудрить. Сам рисунок по себе сложного такого вида, да. Я бы не стала их миксовать друг с другом. Там они и сами по себе хороши. Достаточно это украсить стразом посередине, вот центр, и все. И это будет достаточно. Так, давайте возьмем серебро от Николь Дайри. Надеюсь, не подведет, потому что Николь Дайри может быстро сохнуть. Я всегда, когда беру Николь Дайри, немножко напрягаюсь. Так, сейчас я не хочу повторяться, мы уже много рисунков сделали. Что мы тут не делали, девочки? Вот это не делали. Пластина 57.
А, такие мотивы вы наверняка видели, встречали. Ой, боже, как красиво. Born Pretty. И Beauty Big Bang тоже решили сделать такую платину. Вот, но такое вот это на первом месте у меня. Я его сделаю. Я его сделаю. Это будет простой стемпинг такой со стразиком. Я хочу походить с таким маникюрчиком. Так, девочки, ну что? Или еще один рисуночек показать? Вот это давайте. И пойдем дальше, потому что застряли мы с вами на одной пластиночке. Ладно, еще один сделаем. Только что вот смотрела на какой-то рисунок. Вот это что ли? Или вот... А, вот этот я хотела. Сейчас, секундочку, возьму какой-нибудь. А, вот можно черный. Чумы. Возьмем черный. Или нет, тут, знаете, тут надо заливать. Тут какой-то красивый надо взять. Давайте вот этот возьмем. Тут такой рисунок широкие. Тут надо как бы красивый шиммерный лак, конечно, брать. Это Born Pretty. Но он не такой яркий, как золото, да? Чуть-чуть приглушенный. Он, кстати, и на белом неплохо смотрится, но тоже такой приглушенный. Вот этот у нас номер 01. 01. Так, все, девочки, давайте идем дальше, потому что там у нас обалденные вензеля. Я знаю, что многие очень любят вензеля в маникюре. Я спокойно к этому отношусь. Это такое... Раньше очень было популярно вензеля. Все их требовали, да? Так, давайте, девочки, сейчас с вами что-нибудь классическое изобразим. Кто не умеет рисовать на ногтях, вот, вы можете сделать вензеля с помощью стемпинга. Сейчас еще какой-нибудь маленький сделаю, покажу вам поближе. Сейчас я хочу попробовать, как будет синий, потому что мне хочется сделать... под гель маникюр. Подходит, мне кажется, очень неплохо, да, девочки? Нет, тут вензеля, конечно. Конечно, классно. Сейчас сделаю еще. Так, что-то я тут делаю, да? Сейчас тут голубеньким сделаю. Совсем чуть-чуть у меня этого мифанкси там осталось. Надо его добить. Боже, крошка попала какая-то. Посмотри, а. Ну, это от пластины тру и салфетка. Портит все. Ну, девочки, посмотрите. Вот такие красивые орнаменты. И сейчас сделаем парочку вот таких отдельных, прям вензелечков, да? Тоже будет красиво украшать ноготочек такой. Раз, и вензелек посадили. Как будто вы его сами нарисовали. Хотите в золоте, хотите черным, классический, да, вензель. Можно сделать на него втирочку. Да? Взять поле этот гель, как вот там, господи, для стемпинга. Гель для стемпинга и на него втирочку втереть. Тоже будет красиво, да? Вот эти два мне нравятся. Сейчас возьмем опять черный, рядом посадим его. Опачки. Вау. Нет, но в этом, конечно, что-то есть.
Вензелечки, вензелечки. А, насколько много вы хотите стейнинг? Мало, один локоточек. Это дело вкуса. Как вам нравится? Иногда у меня настроение, я хочу сделать только на 2 пальчика. Иногда настроение, хочу на все 10 сделать. Еще, конечно, от дизайна зависит. Ну, как бы я люблю со стемпингом ходить. Кто-то стесняется, вот скажет, аляписто. Как мне говорят, вы как цыганка. Да, я люблю всего и побольше. Есть такое. Есть такое во мне. Но тоже под настроение. Мне можно. Правильно? Зато меня видно издалека. Так, секунду, я не понимаю, то ли у меня поцарапан этот скребок. Почему он мне... Сейчас возьму другой скребок, потом разберусь. Посмотрю на него, может, он испортился. Будет обидно. Вот это совершенно другой совершенно рисунок, совершенно выбивается из этой пластины. А, вот прям, знаете, как вот не из этой пластины. Все в одной такой тематике, а этот нет, это другой. Ну, наверное, поцарапала его как-то. Меняю пока на вот это, да, хорошо. Так, девчонки, ну что, ну здесь все понятно, я думаю, да, с вензелечками нам. Нам с вензелечками все понятно. Пластина классная, будем думать, будем комбинировать. Кто-то любит френч, кто-то любит вензеля. Я люблю в таком восточном стиле дизайна, как первая пластина. Кто-то любит цветочки делать. Кто-то лица, изображения. Да, такой а-ля комиксы. В таком плане. А кто-то любит, вот я смотрю, говорит, что у меня много стразов. У меня вообще немного стразов. Некоторый народ такие ногти делает, 50 тысяч стразов на одном ногте, выпуклые, огромные. То есть там вот эта цыганщина по полной программе. Вот. На все 10 пальцев прям выпуклые маникюры, неонового оттенка, вырви глаз, и все ногти разного цвета, и все это... как бы, ну тоже прикольно, я не это самое, я за креатив, на самом деле, тоже прикольно. Так, сейчас вот эту зону сделаем и идем дальше, хорошо? Чтобы нам там не застревать. Лак Т. Очень хорошо. Все лаки срабатывают с этой пластины. И главный наш любимый штамп от Born Pretty. Тоже. Мне главное, чтобы этот штамп работал, потому что чтобы по центру все делать, я уже не хочу заморачиваться этими зефирками. Вот это все зачем уже? Ну, раз не переносишься таким, значит все, до свидания. Правильно? Для этого мы с вами обзорчики делаем. Все проверяем. Переносится у нас все или не переносится. Меняю салфетку. Идем дальше. Пластина номер 43. Какая-то грязюка попала. Ну, тут вообще. Мне нравится вот этот и вот этот больше всего. У меня прям... Хочется что-то с ними сделать. Поиграться, да? Ой, какая красота. Я уже вижу, как это красиво. Девочки, я обожаю вот такие рисунки. Да? Это что-то с чем-то. Еще цвет такой красивый, то лак. Очень глубокий. Очень глубокая гравировка. Вот это интересно мне. Боже, каким же его цветом сделать, чтобы его было видно красиво.
Давайте серебром. Давайте серебром. Потому что очень широкий рисунок. Должно хорошо быть. Грязный, наверное, высохнет сейчас. Так, девочки, если не перенесется. А, нет, нормально. А, видите, он как бы такой сгусток, а потом раз-раз-раз-раз и на нет уходит. Именно шиммерным лаком будет красиво вот этот рисунок показать. Хороший. Мне прям сегодня нравится обзор. Прям хороший. Прям радует. Ничего не разочаровывает. Ну, потому что фирма. Да, фирма веников не вяжет. Конечно, и рисунки, конечно. Сам дизайн интересный, качество отлично. То есть ты делаешь, да что ж такое-то? Ты делаешь и знаешь, что все перенесется, да, как говорится. Но за счет того, что глубокая гравировка, салфетки попадают вот эти вот катышки. Смотрите, как красиво. Он может здорово разделить ноготь на две зоны. Будет эффектно смотреться вот этот вот. За счет того, что рвется салфетки, видите, у меня попадает иногда катышки на рисунок. Надо аккуратнее делать. Вау. Давайте сделаем на типсу. Хочу на типсу. Хочу на типсу. Что, она тут зазря, что ли, у меня лежит? Правильно, девчонки? Да что ж у меня все штампы грязные? Увлекаюсь процессом. Как вам, девчонки? Прикольный. Да? Мне нравится. А мне нравится. Так, хорошо, хорошо, хорошая пластина. Мне интересно, как вот эти линии перенесутся. Обычно вот такие параллельные линии могут не очень хорошо перенестись. Сейчас посмотрим. Могут сложно переноситься. Нормально. Классная пластина. Девочки, пластина классная. Так, девчонки, хочу очень попробовать вот эти квадратики. Раз уж мы параллельные линии смогли перенести, попробуем-ка мы... Правда, это не Коля Дайер, я всегда его боюсь. Хотя кисточка у него классная. Отлично. Посмотрите, какие красивые четыре рисунка. Если вы любите вот такую абстракцию на ногтях, а не только рисуночки в виде цветочков и бабочек, то вперед. Смотрятся такие маникюры очень стильно. Вот такой кубический, это смотрится очень стильно. Мне понравился вот этот с разделением сеточка и вот это. Кстати, а давайте я вот это сделаю. Мне кажется, он неплохо будет в паре работать. Я уже так думаю. Сейчас я его этим же цветом сделаю. Ладно, девчонки? Мне кажется, я хочу посмотреть для себя, как они рядом будут смотреться. Это может понятно быть только в цвете. Так сложно понять. Ну, неплохо, в принципе. Могут они вместе, да, девчонки? Могут вместе работать. Угу. Я люблю парные рисунки. Очень люблю. Тут вот так на ноготочек обрезать. Надо подумать. Надо подумать мне. Но он такой самодостаточный. Он сложного такого изображения, что может быть перебор. Поэтому тут надо очень хорошо подумать. Перед тем, как делать. Давайте вот эти кружочки сделаем. Лак я не очень, конечно, хороший взяла в этом плане. Он такой шиммерный, ну не знаю, посмотрим.
Что он тут перенесет? Я люблю, когда вот так разделяется на разные фактуры. Вот видите, да, здесь волны, здесь кружочки. Практически все эти рисунки, они, вот видите, смена фактуры такое. Прикольно смотрится, конечно. Прикольно. Так, и последнее хочу здесь попробовать. Вот эти тоже линии. Хочу проверить переносимость. Здесь надо залить. Здесь надо... И очень сложно снимать, когда от скрипка идут линии. Сейчас посмотрим, получится или нет. Сделать этот рисунок. Наверное, вот с этой стороны лучше сделаю. Нормально. Все, можно, девочки, все заливается, линии переносятся. Все возможно. Ну что, девчонки, переходим к мимимишной пластине с цветочками и, главное, с бабочками. Кто любит бабочек, то смотрите. Но больше всего, конечно, сразу мне бросается в глаза пластина с сеткой. Она очень смотрится, ну прям как я люблю. Как бы сделала я? Я бы посадила этот рисунок, например, на безымянный. И везде пустила бы на остальные ноготочки одиночные бабочки. Я бы вот так сделала. Или любой из этих рисунков, где тоже остальные пальцы, то есть фоновые, сделала бы бабочки. Да, вот эти вот. Ну, здесь можно очень классно все скомбинировать. Она просто идеальная такая пластина для мини-истории, да? Когда не все пальцы одинаковые, а вы можете с ней поиграться. Надо подумать, что с ней можно сделать. Мы посмотрим, посмотрим. Я подумаю потом. Бабочки можно в тирочку сделать, да. Вот здесь вот эти цветы красивущие мы тоже можем расположить на часть ноготочка, да, вот так вот, знаете, боком, да, опачки, и сюда а-ля типа бабочка летит на эти розы. Рядом другого цвета, это будет интересно посадить такую бабульку, да, которая типа летит такая вся, она из себя летит на... Сейчас тут выбираю, какую тут бабочку выбрать. Такие все хорошенькие, можно даже две сделать. Ну и, допустим, бабочки, да, вот эти сейчас возьму, было понятно. Надеюсь, не засохнет. Не засохло, хороший лак, потому что любую из этих бабочек сажаете, в полете делаете, в направлении, какое вам нужно, на одной руке в одну сторону, другой в другую. И вот, летят они типа на цветочки, да? Ну, подстраивайте направление нужно. Можно сверху над цветами посадить. Ну, тут надо поиграться. Она такая прикольная. Здесь, кстати, два разных. Я думала, они одинаковые. Нет, здесь какой-то плющ, а здесь розы. Угу. Так, вот эти бабочки к этой подходят. А, здесь рука женская. Только сейчас заметила. Вот видите, даже незаметно. Вот пока не перенесешь, не присмотришься, я даже не поняла, что здесь женская кисть руки. Сейчас я перенесу и вам покажу. Там оказывается рука. Женская рука. Так и сразу и не поймешь. Видите? Да, вот она. Бабочки летят, девушки. На ее красивые ручки. Ноготочек можно разукрасить, и будет более заметно.
сделать его таким красненьким, как бы выделить его немножко. С бабочками много дизайнов вон в Инстаграме. Очень многие используют бабочек. Популярная эта тема. Девчонкам нравится. Так что что-нибудь потом с вами наваяем, да? Видите, как мило смотрится. Здесь открывается подложка лака. Будет очень красиво сбоку смотреться, да? Если у вас красивый лак основной. Прикольненько, прикольненько. Прям полностью он посвящен бабочкам. Я поэтому взяла. Сейчас очень модно бабочки. Буду думать, что с ним сделать. Прям большой я вам сделала кусок. О! По-моему, очень красиво, да? Бабочки летят. Выбираете любой элемент, да? И сажаете на накаточек. Вот это очень красивая бабочка. Ну что, девчонки, подводим итоги. Ну, я довольна. Посмотрите, какие хорошие, красивые образцы. Особенно вот этот синенький. Классный. Листочек получился очень красивый. А сегодня на первом месте у меня вот этот рисунок. Вот прям вообще мне в душу запал. Очень мне понравился вот этот. И с разделением, мне кажется, это будет очень классно смотреться. Главное, ровно его посадить, центровку выстроить, да. И вот эти, может быть, я под гжель что-то сделаю, как я обещала подписчице. Очень хорошие вензелечки. Вот эта сетка мне у бабочек понравилась. В общем, очень неплохие пластины. Девчонки, посмотрите. Напишите ваше мнение, как вам пластиночки от Beauty Big Ben. Классная фирма. Очень-очень моя любимая сейчас стала фирма. Обязательно напишите ваше мнение. С удовольствием почитаю, всем отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!